Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня на Китайке интересная акция появилась новая. Скорее всего, она ко дню распродажи пятницы, грубо говоря, 13-го, но у нас там пятница получится 23-е. Здесь уже начались распродажи. Вот так вот эта акция выглядит. Сейчас мы в нее поиграем. Вот интерфейс. Типа скидочки у нас сейчас будут. Ну, честно говоря, если вы посмотрите на цену этих скидок, ну, то есть за 1000 самов 50 кристаллов, я уже даже купил вот коробочку, она покупается только один раз. А смену можно делать, как видите, за 20 монеток. Ну, то есть вот эти монетки мы их покупали. Вот призы, которые здесь, судя по всему, есть. То есть можно будет купить кристаллы, но, честно скажу, не знаю, ожидалось более чего-то интересного. Возможно, это будет новая акция просто на все время, возможно, это будет чисто на неделю скидок. Сейчас мы нажмем, посмотрим, какая у нас скидка будет. Я вот купил бы скидки за 500 самов, сейчас мы посмотрим. 30%, ну давайте еще раз попробуем. 50%, ну так вот вроде и получше. Давайте купим камешки за 500. Даже не знаю, что покупать. Шестая руна, 10 этих стоит, дороговат. Сетик пятый давайте заберем. Сумки, но смысла нету их покупать за такие самые. Давайте сделаем обновление. Вот так вот. И у нас сразу же скидка упала на 0. 5К кулаков, как видите, есть. Давайте попробуем выбить скидку. 20%. 10. 40% скидка. Опять же, брать особо-то нечего. Давайте обновим еще разок. Вот, пятые. 4000 самов, я офигею. Лучше позабирать. Видите, можно забрать только один раз, больше забрать нельзя. Тоже, в принципе, не то. Если бы можно было неограниченное количество раз, да, это было бы интересно. По сути, акция вроде и донатная, но смысла в ней особого я не вижу. Получается, вы тратите донатные монетки, скажем так, и покупаете, ну, вообще невыгодно, если сравнивать с базаром, с рынком. Я сейчас пойдем и покажу. Давайте еще разок. Это, конечно, жесть. Так, 30% достали, 10%, вот 70%. Ну, неплохо. Седьмая стоит 30 монет. Да, конечно, с экономикой у них как-то не очень. Так, ну давайте еще обновим, что делать. По сути, это все нафиг не надо. Выбиваем скидочку. Ну, просто жесть. И цены лупят. 30% скидка. 50. Забираем. Так, забрали. Ну, давайте кулаки. Ну, кулаки эти нафиг. Ну, хотя, в принципе, за 500 самов кулаки. 5К кулаков, я считаю, это очень круто. В этом плане, да. Даже без доната сможет себе что-то прикупить интересное. Ну, 15 монеток, 30 монеток, 7-я эмблемка. Ну, я считаю, это немножко не то. Так, давайте обновляем. Поехали, скидочку. 30%, 10% и 50% забираем. Ну, все остальное, честно говоря, ни о чем. Пятая за 2000. Ну, для бездона, думаю, это хороший вариант. Это коробка. Давайте тоже заберем. Рунки мне здесь нужны. 50 книг за 20 монеток. Ну, ребят, это реально перебор. В общем, вот так вот. У меня тут есть еще монетки, но я их тратить не буду. Ставлю, может потом что-то поменяется. Ну, вот такое вот. Надеюсь, у нас на русском будет где-то хотя бы приблизительно такое же. Возможно,
Возможно, невозможно 100%, что дороже и похуже. Давайте заберем плюшки. Вот такая вот у меня еще прибавочка есть, как видите. Лям кулаков, 1000 книг, 25 камней на девятку. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть на новой прокачке. У меня даже все еще не влезло. Сумки у нас не влезли. Видите, у меня места не хватает уже. Есть у нас Ронин уже, есть Огнекрыл с оживой, девятая тыковка, есть с исцелением. Рея с ППшкой, пишите, кого вы хотите еще увидеть, обязательно потестируем. Сейчас я пооткрываю немножко места. Вот еще 25 сумочек топовых. Вот такой вот у нас базарчик сегодня. На китайке, как обычно, топовые базары начали. Реально очень мне нравится. Думаю, всем донатам нравится. Посмотрите, сколько скинов продают. По сути, вообще копейки. А вот скоро соберем. Ожог, думаю, весь мой потестируем. Ронина с ожогом, рунами. Ну, топовый пак. Окей, поехали по акциям. И потом пойдем открывать плюшки. Как видите, вот либо ту акцию играешь, либо эту акцию играешь. То есть, одно из двух. Мы туда все спустили. Хотя можно было зайти... Здесь забрать еще две ремки, это повыгоднее будет по плюшкам, наверное, скорее всего, чем-то. Но это такое, мы для этого и тестировали ее. Так, что у нас еще есть? Так, коллекционер. Ну, ничего такое. Оля, поехали по акциям, пробежимся, посмотрим, что у нас осталось. Опять же, напоминаю, конкурсы, ребят, идут... Сегодня запишу обязательно видос, выложу уже его утром, чтобы вы видели условия. Участвовать будут видео все с начала недели, которые были там с понедельника с утра и до выходных, до момента розыгрыша. Условия я все скажу, все помню, не переживайте. То есть там ничего сложного для тех, кто хочет участвовать, не будет. И кто не хочет участвовать, не участвует. Итак, так, 91 попытка. Давайте попробуем. Интересно, а что у нас тут такое скрытое? Сейчас проверим. Вот как сразу забрались. 20. Сейчас посмотрим, дышка или... Еще не пришло. Может, вообще не дадут. Ну, не знаю, насчет этой новой акции распродажи, честно скажу. Даже для доната она невыгодная. Для бездона она тем более не нужна. Получил 20 осколков, а чего непонятно. Может, 20 осколков нового героя? Сейчас посмотрим, пусть придет. Награда. Будем так по прямой идти. Скинет, то скинет, скинуло все равно сумму. Потом пришли награды. А, 20 смертушки, вообще отличненько. Какого уровня у меня тут смертушка? В общем, буду качать сегодня, продолжать аккаунт дальше в топ. А, так, улучшить. 34-го смертушка нам нужна, значит, будем забирать все время, стараться тут сундучок. Ну, в общем, такое. Я уже говорил не один раз на видео вам, что на китайке поменяли акции. Очень, причем, поменяли кардинально в плане рынка. Просто бешено догоняют теперь английский сервер. И здесь куча плюшек, все возможности для прокачки есть. Уже упали опять. Эти второй раз не дают, приходится эту забирать. И что, все что ли? Не обновила хотя бы, отлично. Так. По 20, я скажу, это ни о чем, по сути.
сейчас позабираем, хотя бы посмотрим, какие здесь плюшки есть, и пойдем открывать топовые награды. Так, в принципе, три героя. Я не знаю, кого качать, честно говоря. Я думал, героя вообще соживое попрокачивать на девятке. С другой стороны, думал, на архидемона повкачивать с замедлением. Но опять же, тоже оно не особо актуально. Лучше на PvP режимы. Что у нас там интересные? Анубиса можно на девятку, в принципе, вкачать. Минотавра можно на девятку вкачать, на максималку сделать. Ремка рунами у нас уже есть здесь. Восьмая. Посмотреть, что будет по урону. Это чисто так, трешечок на некоторые локации. Что еще у нас такое интересное есть? Даже не знаю. Ворожея, в принципе, можно. Правда, вопрос, с каким талантом его качать. С ИОшку, скорее всего. У нас еще есть, ну, ворожей как бы в пачке стоит, Бигфут, ПБшка, вот это весь состав, только вопрос, чем вкачивать. На урон, конечно, их смысла нету, дефный вариант пробовать. В общем, много-много пишите в комментах, кого вы хотите увидеть. Ронина мы, в принципе, потестировали, особо разницы большой я не увидел для себя. Единственное, что да, он там в некоторых моментах, возможно, немножко получше стоит, но трата ресурсов на него смысла как бы тоже особо не вижу, особенно для бездоната. Ну, кто его знает, время покажет. Ну так, в принципе, с востребованных героев, конечно, много, но очень много вопросов по талантам, потому что, как вы знаете, очень сложно стать девятые рунки. Так, ну давай, давай, давай. В общем, ладно, я потом добегаю, чтобы не затягивать видос. В принципе, мы тут ничего нового не увидим. Сейчас пойдем открывать плюшки. Так, окей, смотрим, что тут у нас немножко уже подкопилось ресурсов. 32 камня у нас уже есть. Неплохо. Уже три героя можем прокачать. Может, сейчас еще подкопим. Сейчас посмотрим. Так, 15. Вот так вот только чик. Психощит. Еще раз психощит. Два психа. Железная. Две штучки. Отлично. Это мне нравится. Так, что у нас еще есть? Вот мы подоставали пятые. У нас места не хватает. Все как обычно. Можно все продавать просто вот так вот. По сути, эти руны нафиг не нужны уже. Единственное, можно было, конечно, бы их там копить, открывать некоторые. Но все равно рано или поздно там рунки будут продавать. Так, давайте открываем. Оживо, так, неплохо. СУшка. Уже, в принципе, хорошо. Так, коробочка. 5 мест у нас. Ремки давайте пооткрываем. 10 ремок. Сейчас я сразу сделаю. Так, это что у нас с фортов? Оно не даст, наверное, открыть. Не дало. Расходники. Ну, такое себе. Так, что у нас тут? 7 эмблемки. Железка. Неплохо. Руны показала. Так, 6 открываем. Железная, ну, тоже, в принципе, очень-очень неплохо. На 7 теперь самое главное — красных кристаллов накопить дофига. Так, сумочки открываем. Этих 70 сумок, это все, честно говоря, мне уже давным-давно не надо. На максималке все прокачано, и скины. А вот новые сейчас 25, будет очень интересно.
Так, раскол. Интересно, интересно. Смотрим. Один камень всего лишь. Жесть, ребят, 25 сумок. И по сути фигню. Вообще фигню выбили камней. Только один камень. Офигеть. Вот они щедрые. Так, что там у нас надо скины некоторые подкачать. Так, подкачали. Все есть, отлично. Ну, вроде как бы все. Все, что надо, пооткрывали. Все, пишите комменты, кого вы хотите увидеть на девятке, и будем качать. Вот такая вот акция нас ждет. Посмотрим, что же будет дальше. Все. Подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.